Всех приветствую на своем канале. Сегодня покажу вам немного адрамискусы. Название и как выглядит. Вот такой вот. Они есть разные. Вот этот по 6,50. А вот этот вот по 8. Вот как он выглядит. Адрамискусов очень много продают. Я сейчас нахожусь в теплице у известного немецкого кактусиста Матиаса Улика. Вот такие вот. Возможно, кого-то заинтересует название и как они выглядят. А вот я нашла здесь очень красивый адрамискус. Посмотрите. Но, к сожалению, очень дорого. 16 евро за растение. Но все они выглядят очень красиво. Посмотрите. Так, здесь еще другие виды. Вот такой, допустим. Вот название по 10 евро. Очень интересные растения. Суккуленты для любителей. Шикарно украсят вашу коллекцию. Возможно, кому-то понравится какой-то вид из них. Можно и по интернету заказать. Вот здесь целый лес из адрамискусов. Вот еще очень интересное растение. Вот оно. Сейчас покажу название. И название. Так. Ну что ж, друзья. Немножечко показала вам адрамискусы. Надеюсь, они вам понравились. Кое-что захотите, вероятно, купить. Я вам всем желаю всего хорошего. Хорошего дня. Пока-пока.